Как выжить, когда представители разных культур оказываются под одной крышей? Роман «Толерантность», написанный нашим земляком Анатолием Грешневиковым, стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Толстого. Судьба семьи геолога, которой пришлось выстраивать отношения с приезжими, заинтересовала жюри Всероссийского конкурса, который проводился в Санкт-Петербурге. Как рассказал нам автор романа, поводом к написанию книги стал реальный случай, произошедший в Борисоглебском районе, когда в ходе конфликта между людьми разных национальностей погиб российский офицер. Я, как депутат, проводя приемы, имею огромное количество обращений жителей Ярославля, и Рыбинска, и Углича особенно. Вот в Угличе очень много таких было столкновений на межнациональной почве. Вот, когда сталкиваются чужие культуры, чужое мировоззрение, чужое искусство, чужие подходы к традициям, и в результате происходит трагедия.